Київ інтерактив ві із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала крем. по бенду нашого міста. Що п'ятниці о 13:00 на Київ FM та на нашому Ютуб каналі. Вітаю, кияни. Традиційно у цій порі, в п'ятницю Київ Інтерактів VIP. Ми збираємося тут разом з Світланою Василенко і з нашими зірковими гостями поговорити про їх життя та власне від них деякі поради отримати з приводу того, як же жити краще. Ну а краще жити ніхто не забороняє. А ми не забороняємо вам не тільки слухати нас на Київ 98FM щоп'ятниці з з ї Ми не забороняємо ставити пальчики вгору на нашій сторінці у Ютубі, Київ дев'яносто і, Власне, у коментарях ви можете писати і тих гостей, яких ви хочете бачити у наших наступних випусках. Ну а сьогодні у нас людина, яка про конкурси і фешн знає певно, все Карнаухов намагався теж туди відправити. Ся, але я вирішила, що нехай сидить вдома і говорить з нами по радіо. Це власне єдине, що ми але ще й відправлюсь обов'язково. Сьогодні у нас в гостях місіс Юкрейн класік Тетяна Катьолкіна. Привіт, тобі так, привет, вона є привет. генеральний директор Міс Місіс Україн Плюс Сайс да? Ну, ми всі пам'ятаємо да плюс Сайз, які підтримували телеканал Київ і радіо Києва ФМО так, власне грандіозні шоу. Я знаю, що ти готуєш знову щось. Нещодавно ти готувала, але локдаун все перенеслося. Але сьогодні знову в тебе є плани. Да, планы есть, и я их называю грандиозными, потому что так как я являюсь такой себе маленькой революционеркой, который, которая хочет делать большие дела и а, показывать красоту, красу, красоту, как а, любят у нас говорить, нестандартную, хотя я очень не люблю это слово, поэтому а, я начинала с плюсайз, потому что я вся такая пышно -то, роскишно, вот, А в этом году, да, я начала проект Miss Ukraine Classic для женщин, от 40 лет потому что в данный момент женщины развиваются они уверенные в себе и несмотря ни на какой возраст они идут вперед они учатся они становятся моделями и это востребовано это востребовано и я смотрю думаю ну почему везде во всем мире есть а в украине нет и я такая по Таня <реш> чому це ще не я зробила? Чому це ще не я? Ну да. слухай, ти захопила ринок плюс сайз в Україні. Я тобі да. хочу сказати, так впевнено. Тебе всі впізнали. А, і тепер ти напевно, ну можливо, не перша хто робить, але ось так масштабно, ти будеш перша, хто робить 40+. плюс. Да, і були конкурси дійсно є різні асоціації, а, там моделі України, і що та щото? Ну, це буде таке масштабне, а так як цей конкурс являється ліцензіонним, у мене є. Международная лицензия на это все. И причем я вам скажу: мне прислали лицензию, и там написано, что я директор по Украине не только плюс сайз, не только 40 плюс, а еще и обычного конкурса. Я говорю, но ну, это, видимо, дань свыше, так что будем делать не только 40 плюс. А, то будущее и Ну да, ну я не думаю, что это будет в этом году. Вот. В этом году мы делаем акцент на конкурс для женщин 40 плюс, для девушек и на плюс сайз. Ну, что вот потрапать, вот. тебя на 40 плюс. Что... треба быть 40 плюс не ну це, це, да, це головна критерий а взагалі формы ВИК 40 плюс это, я тебе скажу, еще плюс 10, плюс 20, плюс 30. У нас нет никаких параметров по фигуре. У нас нет никаких параметров по внешности. У нас есть параметры это возраст от 40 лет. И неважно тебе 40 плюс, 50 плюс, 60 плюс и 70 плюс. То есть у нас есть взрослые модели за 70 лет, которые востребованы не они, они только в Украине, еще и в мире. А также вам скажу, что у нас на конкурсе будет присутствовать украинка Одесситка, которая в свои 59 лет в 2017 году взяла э, миссис Трансконтиненталь и самую красивую бабушку мира. То есть Слана на газ э, самая красивая бабушка мира это наша украинка одесситка. и она вот будет присутствовать в нашем конкурсе как э, глава э, жюри. Она знает, поэтому э, модели 40+ плюс и женщины 40+ плюс, они развиваются. Вот 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 такие вот параметры просто возраст и желание желание переворачивать шаблоны, срывать эти шаблоны, показывать, что женщина, она красива и в 40, и в 50, и в 60. И не важно, и не нужно останавливаться на домашних каких-то хлопотах, а нужно развиваться. И сейчас я смотрю, что прекрасные эти девушки, они нам подают анкеты, и, боже мой, я смотрю, думаю, знаете, так, комплексы такая, «Аня!» Я такая, ну что такое? Но они такие шикарные, я вам передать не могу. Скажи, что будет среди конкурсов? Я просто так, знаешь, зараз уявляю 40 плюс, например, и 70 плюс, да, и влаштовать конкурс оголенных каких-то там тіл. я не знаю, насколько это будет правильно. Что будет среди конкурсов? Мы не будем устраивать конкурс... сам пляжный знаешь, пляжные наряды. Да. У нас будут партнеры, мы предложим нашим участницам продефилировать в нижнем белье или в купальниках, но это будет добровольное такое соглашение, это не будет оцениваться, это будет часть шоу. Конкурс продолжается на протяжении трех, если говорить именно про конкурсные дни, это три полных дня, а перед этим у нас еще будет фотосъемка и разная куча мастер-классов по дефиле, по фото-видео позированию, работать со психологами, со известными экспертами. А так три дня. Это 10, 11 12 июня. Это постановки, это репетиции, это постановка перформанса, как любит говорить наш стилист, потому что он очень такой творческий человек. Также у нас будет вечер знакомств, каждая участница должна подготовить презентацию себя. То есть мы не ставим им какие-то задания определенные, подготовить, там, снять видеовизитку, как это есть у меня на плюсайзе. Этого нет. Мы приняли такое решение, что творческим таким подходом должна заниматься именно участница. А может быть, она хочет спеть, а может, она хочет танцевать, а может, она хочет там, сделать фото-калаш, а вдруг она там вообще еще что-то продемонстрировать. То есть мы приняли решение, что это будет творческий подход наших участниц. Они могут подготовить видеовизитку, они могут сделать фотоколлаж, который будет транслироваться на экране в, одни, в, в один из дней конкурсных. Они могут э, презентовать свой талант. Они могут э, просто выйти. Знаете, как, чем отличается обычная модель от топ-модели? Обычная модель выйдет и уйдет, а топ-модель. модель также выйдет и она своей энергетикой покорит всех поэтому можно сказать два слова и все и влюбить себя просто вот аудиторию и все кто перед тобой сидит а также на финале у нас будет большой классный концерт и будет выход в трех образах это будет презентация участниц именно общаяе а потом каждая будет выходить это будет такая минута славы и благодаря этой минуте славы и будет определена, скорее всего, участница, потому что как ты себя держишь на подиуме, как ты себя держишь на сцене перед э, сотнями глаз перед членами жюри, перед камерами, перед вспышками фотокамер. То есть если ты не потеряешься, и ты гордо выйдешь, уверенно и сразишь всех своей энергетикой, вот тогда вот, ну, ты можешь уже... То есть каждая королева, ну, ты уже можешь считать, что ты победительница. Ну и выход, конечно, в вечерних платьях. Это самый, наверное, любимое, любимый выход для девочек. Вот. Их будут готовить, их будут красить. Эти прически, макияжи, эти шлейфы, эти камни, эти стразы. Боже мой, это так будет красиво. Ну и, конечно же, у нас главная корона, она дается одной девушке, а, и она будет представлять Украину на международном конкурсе в следующем году. А в этом году уже конкурса не будет, он был онлайн. В следующем году, мы надеемся, пандемия спадет, и мы сможем поехать всей делегации либо в Турцию, либо в Латвию. Еще организаторы не решили. А, можно будет и отпучить сразу. Далее. Да. По одному. одному. Да, ну, казаки, и... А власне, это что будет, но те вже що было, это моделинг плюс сайз. когда это началось для тебя. Это началось три года назад три с половиной года назад. <laughs> и я начала свой путь благодаря моделингу. То есть я стала моделью, я начала сниматься, но всегда оно где-то у меня, знаете, где-то оно в душе. Были эти стандарты, мне так хотелось пойти против них. И у меня был выбор стать представительницей от Украины на международном конкурсе, либо стать директором конкурса в Украине. И для меня конечно же гордо и дуже по-честно будь и директором национальном в Украине. Вот. Поэтому я выбрала лицензию, а не представление Украины на международном конкурсе, потому что я посчитала, что я обязана отправлять и растить королев, которые будут получать главные короны мира. Я вам скажу, что в девятнадцатом году к нам уже приехала мисс мира. она привезла, это наша Мила Кузнецова, она привезла главную корону мира. И в тот же год мы провели международный конкурс. То есть, да, мой путь начался вот с плюс-сайз, и эти, эти конкурсы начинались, естественно, с маленького, потому что Такие стандарты они присутствуют в голове у людей. Они есть. И что словно плюс сайз, если да, вот, Было очень тяжело, потому что не хотели идти навстречу. Это знаете, как пропаганда ожирения, пропаганда нездорового образа жизни. Когда ты обращаешься к партнерам, и они говорят: ну, вы знаете, нас смущает плюс сайз. Я говорю: почему? Я говорю: неужели вы думаете, что это девушки, которые стоят, сидят дома возле холодильника и постоянно что-то едят? Боже, да я на эту куриную грудку. Смотреть уже не могу. Мы также сидим на диетах, мы также занимаемся спортом, и мы не пропагандируем не здоровый образ жизни, мы пропагандируем красоту, уверенность в себе, вот. И да, мы дошли до того, что в этом году у меня уже 6 региональных отборов в шести регионах: в Одессе, в Харькове, в Мукачево, в мариуполе во львове также будет в киеве вот буквально в конце июня он будет в киеве и уже девушки будут гордо представлять свои регионы у нас национальном конкурсе в конце года я думаю что следующем году мы захватим всю украину и Но в этом году половина регионов, ну, часть, она уже До речі, які стандарти у моделі плюс сайз є певні обмеження? От якось Сергій Нікітюк, здається, сказав, що вони там не цікавлять там дуже параметри, головне, щоб це було пропорційно. У моделі плюс сайз є якісь певні вимоги, за які вона не має права виходити. Если говорить именно о модели плюс сайз, то идеальная модель — это 180-100. Это когда у тебя песочные часы. Вот. И рост, конечно, от метра 70 Конечно, это да, это, это есть, действительно. Но, опять же, наши модели, они ломают стереотипы. И у нас в Украине есть модели плюс сайз, которые и метр шестьдесят и метр шестьдесят Они востребованы. Просто дело в том, что даже Не так важны параметры э, пропорийность да, э, важна сама харизма то есть харизма этой самой модели. Да действительно я согласна тяжело пошить выпустить коллекцию на метр шестьдесят62. но это тоже должно быть. То есть, ну, мы же не рождаемся, мы же не все, там, метр семьдесят, метр семьдесят пять, да. Есть девушки, которые метр шестьдесят, и они тоже хотят выглядеть красиво. И за счет этого э, моделинг плюс развивается. Э, да, у нас не так, как в Европе, но у нас э, это наша ниша, и я считаю это замечательно, потому что есть представительница моделинга и низкого роста, и высокого роста, и с идеальными параметрами модельными для плюс и с неидеальными. То есть у нее может быть эмочка сверху, xxx эльф попе. Такие девушки тоже хотят одеваться красиво. То есть и наши дизайнеры э, начали отшивать коллекции, которые э, могут... Э, быть идеально, вот идеальная посадка как для э, девушки метр семьдесят, метр семьдесят пять, так и девушки метр шестьдесят. Короче, карантин якось вплинув взагалі на моделинг в Украине? Я не могу сказать, что он как-то как-то как потому что съемки идут, вещи отшиваются, одеваться мы хотим. То есть одеваться человеку с плюс-сайз, с размером можно в Украине абсолютно нормально. И абсолютно. Это не обязательно замовляти за кордону Абсолютно. Я зазываю, призываю, вы э, заходите в интернет, пробивайте украинских брендов, бренды, которые отшивают до 6-7 ксель выше. Э, наши дизайнеры и наши бренды начали отшивать. У нас невероятно классные коллекции, невероятно классные э, дизайнеры, которые отшивают нестандартную э, одежду. Это не батал, который мы привыкли видеть на пышных женщинах. Это не закрытые вещи по горло и не огромные мешки. Это то, что сидит у тебя по фигуре. Я, например, тоже сейчас нахожусь, э, я в таком э, наверное, офисном стиле, вот, но вещи, которые на мне, они от нашего дизайнера украинского. И я иду к нему я покупаю покупаю не только у него еще у многих таких же поэтому покупайте покупайте ищите они есть и когда мне говорят что нету вещей девушек плюсай вы просто не искали вы просто не искали у нас качество цена Это не сравнится с каким-то иностранными брендами потому что там все-таки у дороже там качество мы заказывали я лично заказыываю некоторые вещи они отличаются естественно отличаются от наших все-таки мы любим чтобы было качественная чтобы это было приятной чтобы это было даже и натурально ты сказалакулы как коли... Розказувала про конкурси перші плюс сайз, про те, що дуже багато спонсорів казали, М -м, ми не хочемо популяризувати саме таких дівчат. Міфів дуже багато існує стосовно так. людини. Плюс сайз. Як з ними борешся? <світ> Знаєте, мене как-то спросили, що ви хочете сказати своїм хейтерам і людям, які а, як вас люмають. Я говорю, ну я би їх не корміла. <світ> Тобі їх дуже шкода, да. Мила, потому что, когда ты сытый, ты добрый. Как я борюсь? Я иду против системы, я стучусь. Вы знаете, вы постучи, постучитесь в 100 дверей, одна для вас откроется, но она откроется. Если ничего не делать, ничего не будет. Если об этом не говорить, ничего и не произойдет. То есть, если ты не говоришь, что ты себя ценишь, любишь, и ты модель плюс сайз, и ты снимаешься, и ты гордишься этим, тебя так будут воспринимать. Если ты об этом не говоришь, тебя не будут воспринимать. То есть, это все зависит от человека, чем больше девушек будут себя э, ценить, тем больше счастливых людей вокруг нас будет. Поэтому мы говорим об этом. Я снимаюсь в очень откровенных фотосъемках и я это выкладываю, и я это показываю, какой бэкстейдж, где и что. И мы это лайкаем да, да, на Инстаграм. Да, Инстаграм вы, да, люди это лайкают, вы это лайкаете. Это э, поднимается, получается статистика ты поднимаешься вверх, и за счет этого тебя видят больше людей, больше людей к тебе заходят и говорят, боже, ну ты посмотри, какая она пышна. Может, у нее бедра 116 сантиметров, но ну, как она это демонстрирует? Она стоит в нижнем белье, фотографируется, и она себя не стесняется. Я учу девушек, чтобы они себя не стеснялись, потому что когда ты говоришь, я хочу, чтобы изменился мир. Нет. Сначала поговори с собой. Ты изменишься, и все вокруг тебя тоже изменится. Как ты себя будешь восприним воспринимать, так тебя будут воспринимать и окружающие. И неважно плюс сайз ты, минус сайз, э модели 40 плюс, 50, 60, 70. Самое важное это то, что у тебя внутри свое восприятие. Вот, вот с этим борюсь. Я говорю о том, что вот я такая обычно то русскишна да? Я иду против системы, я буду дальше идти. И я вот это моя, знаете, такая миссия вдохновлять, организовывать революционные такие проекты, которые будут вдохновлять наших людей и наших женщин на, 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 на покорение каких-то вершин новых и новых и новых. Ну, ты пишна та розкішна. Тут мы не можемо <laughs> сперечатися с тобой, але де той вже плюс, який, власне, забороняє участь у плюс сайз? Коли нас... же це не здорово? Ну, у меня не было пока что таких девушек. Я не могу сказать, что это не здорово потому что если эта девушка себя воспринимает и она себя любит она себя ценит мы это чувствуем и смотрим на нее ну почему нет то есть конечно конечно когда ты действительно занимаешься нездоровым боди позитивом то когда ты сидишь дома, действительно, ты не занимаешься собой, ты не следишь за своим телом, за своей внешностью, ты приходишь ко мне, говоришь, я хочу быть моделью, мы, окей, мы с тобой поработаем. Если ты согласна, мы с тобой поработаем. Если ты готова к тому, чтобы заняться собой, и выглядеть так, чтобы это было хорошо. я просто был був у тебя майже на всех этих конкурсах. Да? Я, я ніде не бачив просто людей с ожирением. А их не было. Потому що вони себе так восприймають. Хотя у них, якщо посчитають індекс віса, він перевищує якісь норми. Ну я маю на увазі і, і, візуально. Знаєш, люди з ожирінням для мене візуально це коли ось живіт вивалюється із штанів по коліно. Ну це теж форма. Це теж форма, да. Але я в тебе таких не бачив. Так, пишні, дуже пишні, але такі враження, що як спортивні. <анкруто> да, они спортивные если э, у тебя вес там за 100 и у тебя там невысокий рост то есть ты конечно будешь восприниматься как человек с ожирением но эти девушки занимаются они нашли для себя вид спорта например веласпорта они, <анкруто> они активны они активные и они счастливые конечно у э Конечно, мы отбираем, мы смотрим. И я совершенно согласна, что это конкурс красоты, и это и о красоте, и, здоровье. и о здоровье, и э, о харизме. вот Но если ты пропагандируешь действительно нездоровый образ жизни, мы не сможем тебя принять. Ты есть таким своеродным мотивационным спикером для девчат. А ты самой всегда такая была? Ну, то есть, всегда знала, что система — это на что не варто звертати увагу Такого не было Конечно же Ну как-то У меня Я рассказывала И говорю Я этого не стесняюсь У меня были Очень большие комплексы Да и они и сейчас есть Но невозможно Чтобы у тебя не было комплексов Жодного Жодного? Жодного это У вас ярко выраженный Комплекс царя Боже У царя комплексы Ну, что говорить О девушках То есть мы девушки Всегда что-то в себе Мы будем мега красивые Но мы все равно Что-то на где-то какой-то заломчик, где-то какую-то растяжечку, где-то что-то как-то. Э, так же и у меня было. Я очень рано начала развиваться, и мои подруги говорили, да не грудь у тебя растет, ты жир у тебя растет. А сейчас они говорят, мы тебя завидовали. Конечно, завидовали. Такая красотка. Вот. И, конечно, я не могла достучаться до, своих, до своей семьи, чтобы они мне объяснили, почему все должны быть одинаковые. Как сейчас. Мама мне до сих пор эти слова говорит. Забудь слово, слова, мне все равно. Они когда пытались меня одеть в какие-то вещи, которые я не хочу, я вижу, что они на мне висят. Я говорю, я не хочу. Я хочу одеть мини-юбку белую и пойти в школу. И она говорит, ты что, что тебе скажут люди? Я говорю, мне так все равно. И она говорит, забудьте эти слова. Нет, очень долго я шла к тому, чтобы принять как-то себя и понять э, эту красоту свою. И только где-то в 25 лет, ну вот буквально 5-6 лет назад я пришла к тому, что себя нужно ценить и любить. И я занималась э, разговором с самой собой. То есть ты садишься, и ты с собой разговариваешь. То есть если ты достучишь, достучишься до той вот Тани, которая внутри, там глубоко, и ты с ней поговоришь, и тогда никакие психологи тебе не помогут, если ты сама не разберешься с собой. И после того, как ты договоришься, тогда ты уже будешь как-то себя ощущать. Ну вот где-то 6 лет назад я пришла к тому, что надо меняться. У меня еще две прекрасные дочери растут, и они такие тоже, знаете, такие, они как как такой толчок и такой рычаг. Потому что я помню себя, как я переживала по поводу того, что я быстро развиваюсь, что я там где-то полненькая, где-то там еще что-то. А мне хочется, чтобы они понимали, что люди все прекрасные. Если они не такие, как вот идет там Лена, это не означает, что она некрасивая. Все люди разные. От этого и есть красота. потому что мы такие уникальные мы уникальные но ну, тут нигде нету таких похожих ну ладно там близняшки но ну, то это уже это уже знаете этот исключение это батьки у них находят тки вид минус ты кстатикиньшим да, да. здается наш э, дар э, природа тем что они что природа нас делает э, разными это такой дар быть самой собой и и ценить то что ты имеешь свою внешность свои веснушки свои те же растяжки это нормально особенно когда ты мама особенно когда ты там родила двоих деток боже мой я помню слава вольнова вот была да, она как помню, мне мы, с ней виделись на одной из там, проектов одних, она, я говорю, ну вот, там растяжки, вот, что вы скажете девушкам? Она говорит, ну ты родила твоих детей, да, ну вот подойди к зеркалу, он свой животик, скажи, животик мой, спасибо тебе большое, ты двоих деток выносил, но растяжки, но ну, есть они, никуда не идут, это физиология, но ну, а как по-другому? Это абсолютно нормально. Это нормально, ну нормально, нормально. Просто, Просто эти фильтры в фильтре в и ТикТоку, все думают, что Усі навколо такі ідеальні, всі такі класні. А Але потім не впізнають цих людей, людей, людей на вулиці, і, певно, і добре, що деяких і не впізнають. Що ти найбільше любиш у собі? Ой, я люблю свою грудь, бідра, Талію. Пишна <су> <су> та розкішна, <су> титя на вічолки на сьогодні у нас у гостях. <су> люблю липку свою, люблю глаза, люблю, люблю. корноси нос, люблю, свої віснушки люблю. Uh, я люблю все. Я люблю все в себе, да, есть моменты, которые бы я подкорректировала. Но, опять же, это все можно исправить какими-то, э, ну да, нет, ну физическими нагрузками это не исправишь, действительно, вот. Но, может быть, когда-то я дойду, дойду до того, чтобы я сделала себе идеальный там животик, как я хочу, и все. То есть, а если я этого хочу, то это тоже нормально. Поэтому я люблю себя такой, какая я есть. А э -э. что тебе в себе не подобается Больше всего? Больше всего. Ой, мне очень не нравится мой животик <рэп> <рэп> ну изразумела да, вот он меня смущает потому что все- таки двое деток двое кесареева это кесарево сечение первый второй раз и э, я хожу спортзал но он не убирается этот животик этот фортушок он не убирается потому что там это мышцы которые были это операция и Поэтому вот это, вот это вот меня смущает, единственное. Но оно мне не мешает. Я прекрасно чувствую себя в купальнике, я себя не стесняюсь, и я это показываю и на это фотосъемках, и в белье, и не только. И ношу обтягивающие вещи. Это, ну, это моё, и никуда оно не денется, пока я к этому не приду. Ты реагуешь якось эм, агрессивно, або чи взагалі реагуешь на критику, будь критику? Я не могу сказать, что я сильно на нее реагирую. Но как любой человек, оно где-то проникает, где-то глубоко, вот, в голову, в душу, вот. И если ты это все будешь серьезно воспринимать, потом будет тебе очень плохо, оно у тебя злят в голове, и ты будешь себя этим корить, вот. А я не принимаю, не воспринимаю, я прислушиваюсь, но я говорю, это твое мнение, и оно прекрасно, потому что оно твое мнение. Я не могу сказать, что оно неправильное, вот. А есть мое мнение. Почему ты мне диктуешь то, вот, вот ты вот смотришь на меня, да, вот я тебе некрасивая, а вот ты смотришь на меня, я для тебя красивая. Нету людей, нету э, такого, чтобы э, всем все понравилось. Знаете, как говорят, я не сто баксов, чтобы всем нравится. Вот, На колер-то все у да? Да, да. Фломастеры, фломастеры. Да, все. И вот недавно у меня была ситуация, мне написала одна девушка, у меня был прямой эфир, я не люблю фильтры, Я никогда ими не пользуюсь соц сетях и когда я момент написал такое сообщение комментарии вы говорите о красоте ты говоришь о красоте но вот почему вот вы не взяли не замазали тоналкой себе лицо чтобы она не рябила и И вот ваши эти новообразования вам впер типа косметологу. Я понимаю, что она говорит про мои э, веснушки и про мои родинки, мои родинки со мной с рождения. и веснушки я обожаю. Я говорю, а вы будете счастливее, если вы замажете в себе лицо, и выйдете в прямой эфир, и все равно какому-то человеку вы все равно не понравитесь. Вот вы будете счастливы? Нет, спасибо вам за ответ, нет, я не буду счастлива. Но ну, так э, о чем мы можем говорить? То есть я могу вас только пожалеть. Пожалеть людей, которые настолько себя не любят, что они готовы эту нелюбовь любовь вселять в других людей. Я могу только их обнять и пожалеть. Ну и накормить, конечно, потому что они добрее станут. Вот, поэтому да, я прислушиваюсь к критике. Она бывает как и здорова, так и не очень. І з кожної критики можна винести свій плюс. Лучше из этого, из этой критики плюс вот к себе. Ну і сміття з дому теж виносьте, тому що іноді Конечно. сміття у ваших головах це, власне, те, що заважає жити, і на завершення нашої Ой, розмови. Що б ти хотіла сказати українським жінкам? От, чому вони дуже часто так себе не люблять? хочу сказать чтобы они побольше улыбались себе в зеркало смотрели на себя и воспринимали те как любят говорят недостатки которые есть в них потому что эти недостатки это ваши плюсы ваша индивидуальность хочу пожелать чтобы они были счастливее и не слушали окружающих потому что этот весь мусор он идет в нет хорошей жизни, нет хорошего воспринима себя восприятия, нет хорошей хорошего воспитания. То есть просто не обращайте внимание, цените себя, любить себя и будьте собой, просто будьте с собой и тогда все будет прекрасно. Улыбайтесь улыбайтесь. Полос михайся карнаухов активненько посмехайся. І якщо вам є 40 то можна приходити та заявку. А жінки. Так, я запрошую. Я вас, ж все чекаю моменту, коли ти скажеш, як потрапити до тебе. Як так? Я запрошую кожну жінку подати анкету на нашому сайті або зв'язатися з нашим координатором, Аліною. Є номери, є моя сторінка. Можна зайти, написати, спитати, подати, поспілкуватися. Якщо вам щось не сподобається, ви можете подивитися і прийти до нас. Наступному році. Якщо сподобається, welcome, ми всіх чекаємо. Тож, подавайте заявки на нашому сайті uh, me, uh, MRS Ukraine Top of the World. Тобая маленька рекламка. Або через наші сторінки ми відповімо кожній з вас. Приходьте там вже скоро Карноухову у 40+. Тож ми треба містера. Треба дам. містера, містера, треба містера! Дам. містера! Тому що перед тобою містер Юкрейн Топ зе Уалд Класік. О, я навіть це не вимовить. Ви я думаю, не потрібно робити конкурс. Переможець вже тут. А? А, мені треба тільки статуетка і, ну, і посвідчення. Корону, і корону, і корону. Корону. Ну і все. Тож я запрошую, приходьте. Якщо ви якось там думаєте, що ви не гарна, ми вам покажемо, розкажемо і розкриємо вас та навчимо. Я нагадаю, що Тетяна Котьокіна, генеральний директор Міс Місіс Україн плюс Сайз Інтернешнл та Місіс Україн топов з Класік Сьогодні була у нас у гостях. Я вимовила цикарнеухоп'ясів. Ти молодчина, Я навіть не дихав. Ну, а ми, звісно, побачимося та почуємось рівно за тиждень у Київ інтерактів VIP разом з Світланою Василенко та Андрієм Карнауховим. Тут на 98 всім вдалого дня, тижня, і пака. Київ VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала крем. Моменту нашого міста. Щоп'ятниці о 13 на Київ ФМ. То на нашему YouTube канале.